Приветище, это Суицидга, и мы продолжаем путешествовать по нашим снам, чтобы выбраться в реалии. Ну, чтобы проснуться, ты понял, да? Короче, мы остановились в прошлой серии на коровах, и сейчас мы узнаем, что нас там ждет. Но пока мы грузимся, не забудь поставить лайк под этим видео и подписаться, если ты еще не подписан. Оу, воу-воу-воу. Тише, ты слишком громкий. Я понимаю, что я, типа... на ферме, что тут должно быть весело. Но что-то как-то мне ни шиша, ни весело. Блин, одна корова. Здорово, можете погладить? Ой, я не это хотел. Так, а, корову я умею таскать. Ну ладно, хорошо. Сена тебе хватит жрать. Ты уже сегодня объелась. Что мы еще тут имеем? Есть катапульта. Вау. Короче, возможно, нужно будет... Я тащу катапульту. Возможно, нужно будет затолкать сюда... корову и кинуть ее в холодос. Тогда холодос может упасть прямо на меня. Но это не точно, потому что он крепится за что-то там крепкое. Так, так, так. Короче, сперва давай попробуем при помощи нашей катапульты залезть. Не понял, я что, в бок не могу ее катить? Ага, я ее могу катить только вперед-назад. Это не круто. Я хотел залезть вот сюда, если что. А что, если мы вначале на корову залезем, а потом туда? Ну-ка. Реально! Коровка, коровка моя, пошли со мной. Ты будешь моей коробочкой, на которую я буду запрыгивать. Так, значит, ставим тебя сюда. Нам же нужно отыскать статуэточку, правильно? Нет, тут нет статуэтки. Пошли тогда налево. Давай сюда, рогами упирайся. Вот она статуэтка. Забираем. Чудо. Чудо чудесное. Так, коровка, давай теперь протестим тебя на вот этой катапульте. А, я понял, мне надо холодильник сбросить, чтобы она сработала. Так, значит, катапульту мы везем тогда вперед. Все, я все понял, я все вообще въехал. Я осознал суть своей жизни во сне. Так, вроде ровненько, да? Корова тут. Теперь мне осталось всего лишь навсего залезть и нажать вон ту кнопку. А как это сделать? Ха. Хо-хо-хо. Корова, рано тебе на катапульту, пошли со мной. У тебя еще куча дел, ну что ты вот заперлась на эту катапульту, блин. Вот так вот, рогами к стенке. Значит, залазим. Вот. И теперь спокойненько бежим до коробочки. Там вон еще кнопочка есть, смотри-ка. Сейчас нажмем. А, это рычаг. А-а-а. Не, рано, рано, ребят, рановато. Опа. Попаркурили немножко. Коробочку сейчас скинем, она нам пригодится. Давай толкайся, вот так. А тут у нас что? Что это такое? Лупа! На кой черт мне лупа? Я что-то должен поджечь? Любопытненько. Очень любопытненько. Ладно, пока повременим с лупой. Давай нажмем вот на эту кнопку, посмотрим, что случится. Лесенка опустилась. Это хорошечно. Но я, пожалуй, спрыгну вот так вот. Что я могу тут поджечь? Коробочку, может? Вот тут свет есть хороший такой. Вот так вот. Капец, мне теперь дико интересно, зачем здесь лупа? Я по-любому что-то должен поджечь. Ладно, фиг с ним. Надо сейчас зарядить нашу катапульту. Коровка, иди сюда. Наш коварный план сейчас реализуется. Так, ну по идее, корова должна прилететь прямо в меня. Нажимаем, встаем сюда. Оу! Кажется, теперь я понимаю, зачем нам лупа. Надеюсь, коровку НЛО подберет. Значит, хватаем лупу и полезли что-то мутить там с солнцем. Скорее всего, мне нужно поджечь свой живот. Давай попробуем. Так, живот. Не, нифига. Может быть, что? Ой, веревочку случайно от холодильника спалил. А давай-ка холодос откроем. О, ты глянь-ка, тут петарды. Все встало на свои места. Сейчас мы эти петардочки подожжем. Давай. Вот так. И... Воу-воу-воу, все загорелось. Это хорошечно. Теперь нам нужно просто сгореть. Вот и все. Уровень с коровой решен. Что у нас следующее? Будильник. Давай бургер сожжем. И пойдем просыпаться. Ёкарный. Вот это дракоша. Чё там не очковый здесь? Там вон туалет. Пожалуй, я в туалете спрячусь. Пойдем тут пошаримся, посмотрим. Чё кого.
Вон там статуэтку вижу. Мне бы ее достать. Тихонечко так, пока дракоша спит. Тут и коробочки есть, отлично. Они нам помогут с тобой забраться наверх. Есть статуэточка. Так, коробки мне эти пригодятся или нет, как ты думаешь? По всей видимости, мне надо, чтобы меня сожрал дракон. Но чтобы он это сделал, нужно его разбудить. Так, стиральная машинка есть. Опа, она шумит. Подожди, тихо, не шуми. Вначале мы просто подойдем к дракону. И пощекочем ему нос. Получай! Вот так тебе по зубам. Косточек сколько тут? Милота. Смотри-ка, кажется, тут можно залезть. Давай коробочку вот эту возьмем. Подкатим сюда. Опа! А вот и залезли. Мы сейчас на дракончика залезем, что ли? А, будильник здесь. Здесь будильник. Так, хорошо. На дракон-то можно запрыгнуть? Не, нельзя. Дракоша, вот его ушки. Смотри, вот такие вот. Да что ж такое-то, не получается. Вот такие ушки. Заводим, будем. Нифига себе, дракон спит. Дракоша, вставай, Ты чё, 8 сентября проспишь, тебе в школу пора. Так, понятно. Понятно, пойдем еще возьмем, значит, стиральную машинку. Возможно, этот шум как-то посодействует нам. Значит, стиралку ставим у одного уха. Да и будильник тоже давай. У одного уха. Значит, так. О, почти-почти глаза открыл, но нет. Пойдем сходим в туалет, посмотрим, что у нас там есть. Вонючие носки, трусы. В туалет сходить можно. Это отлично, конечно, но это мне сейчас не пригодится. Притарабанил сюда коробочку еще одну. Мало ли, пригодится. Пойдем посмотрим, что у него там сзади. За жопой. А за жопой пещера огромная. Вот это то, что нужно. Обалдеть, вот с этой штукой мы его точно разбудим. Так, значит, заводим будильник, стиралку. Берем вот эту штуку. Давай, 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 давай. Ну, почти, вот, ну. Эх. Слышь, ты совсем оборзел? Я тебя сейчас прям в ухо дуну. Вот так вот тебе. Ну, по барабану. Ну, что ты будешь делать, а? Надо что-то еще найти. Маловато будет всех этих плюшек. А, я про радио забыл. Давай мы еще и радио туда притарабаним. И тогда точно у нас все получится. Радио же тоже громкое. Музло играет. Ставим сюда, значит, запускаем. Так, так. Давай, подъем! А! Ой! О, хорошечно! Жареным что-то запахло. Не чувствуешь? Так, ладно. Пойдем посмотрим следующий сон. Что это? Это ТЭЦ. Или другими словами, атомная электростанция, которая снабжает электричеством весь город. Вау! Я на ТЭЦ! Центральной электростанции. Ты офигел? Я хотел кнопочку нажать, ликвидировать эту ТЭЦ. Короче, вот этот компьютер, он следит за мной, видишь? Какой у тебя огромный жирный красный глаз. Гляди-ка, он мне даже не даст пройти. Вот это сранец. А там он маленький ТЭЦ. Короче, мне нужно обмануть как-то этот компьютер, чтобы я смог нажать на кнопочку. Смотри, смотри, что я тут нашел. Статуэтку. Но взять я ее не могу. Потому что этот глаз, глазюка-засрюка, мешает нам. Ладно, полезли на второй этаж. Я так полагаю, что разгадка где-то на втором. На втором этаже есть разгадка умная. Бочки. Взять я их не могу, пнуть могу. Значит, спрыгиваем вниз. А тут жарко. Тут капец как жарко. Смотри, тут дымится что-то. Огнетушитель есть. Я могу как в предсосед летать на нем? Нет, это не та игра. Жалко. Может, потушить тут что-то надо? Нет, так не работает. Так не работает это. А чё ж потушить тогда надо? Может, в глаз просто? Вот оно чё. Теперь понятно. Короче, если бы я этого глаза огнетушителем не запенил, вот этот мостик бы не выкатился ко мне. А он выкатился, я теперь бегу. К лифту. Сейчас он там двери закроет, смотри. А, это не лифт, это просто дверь проходная. Сейчас он тут сектор 2 закрыл, а мы ему вот так вот. Получил? Нет у тебя больше глаз.
И вот здесь вот, вот тоже. Ага. Четвертый сектор. Тут что у нас? Чисто. Сектор чист. Коробочки ста... Где глаз? Я понял. Полезли вон туда. Короче, у нас тут есть коробка радиоактивная. Кидаем ее вниз. Вообще насрать, что она радиоактивная. Вот так вот. По всей видимости, она пригодится здесь. Потащили. Тут еще один огнетушитель. Это шикарно. Что нам нужно? О, да тут куча этих коробочек. Камера у нас там. Тут высоко, там высоко. Полезли-ка наверх. Вот сюда. Ёкарный! Чтоб тебя электричеством шибануло, глазюка. Короче, потащили-ка вот сюда коробочки наши. Надо быть очень аккуратным, чтобы они не упали. А, они единые, эти коробки, так что не упадут. И хорошо. Встаем вот сюда. А вот эту тащим под глаз. Ну что, погнали? Надеюсь, все сработает. Все будет по плану. Пока все хорошо. Перепрыгиваем сюда. Получил? О, обманули компьютер. Теперь спокойно можем лезть. Сектор 4. Шикарно. Тут ничего нет такого. Так, так, так. Кажется, мы сейчас выйдем к центральному компьютеру. Вау, сколько тут компьютеров. Но это не центральный компьютер. И огнетушители тут навалом. Где-то глаз должен быть, да? Он спрятан. Я чувствую. Дискета есть. Зачем-то дискета нужна. Куда его воткнуть? Вирус. Вирус это, конечно, хорошо. Пойдем-ка с этой дискеткой сюда выскочим. Тут вот есть проходик. Туда я, конечно, не пролезу своим жирным задом. Сюда могу подняться куда-то. Хм. Давай кнопку нажмем. Ага. Но куда этот вирус? Подожди. Давай, короче, дискетку выкинем. Вот так. Потом возьмем огнетушитель. Он нам еще нужен. Вот этот вот новенький возьмем. Теперь спускаемся и замазываем все глазюки. Все глазюки, которые нам мешали. Ну вот этот глазюка, он слишком большой. Мы его точно не замажем огнетушителем. Поэтому нам нужна дискета с вирусом. А вот эту замажем. И возьмем нашу статуэтку. Еще можем что-нибудь тут замазать? По всей видимости. Вон там, вот, смотри, вон там вот можем замазать. И вот компьютер с дискетой. Пойдем с дискеткой. Значит, вот он, центральный компьютер, один одинешенька. Впихнули. Полезли. Теперь мы можем... Все, он деактивирован. Ну, по логике вещей должен. Но хотя он следит за мной, это очень странно. Пойдем нажмем кнопочку. Ах ты засранец, а? Сранка, засранка. Ладненько, ладненько, возьмем огнетушитель сейчас. А, вон что открылось. Офигеть. Память. Вытащить память. Вытаскиваем. Робот говорит, подожди, не делай этого. Мы можем с тобой договориться, но мне не о чем с тобой договариваться. Все, ты сдох. Аллилуйя. Мы навернули центральный компьютер. Самый навороченный в мире. Теперь я могу уничтожить эту ТЭЦ. Бамбалейла. Бух, бух. И мы тоже подорвались. Вот это ядерные взрывы. Да, чё только не приснится, а? Во снах моих жутких. Надо коктейльчика бахнуть. Короче, коктейльчик не взялся, я попал в уровень. Лучше я сожру бургер. Так, а следующий уровень у нас будет связан с чем? Что это такое? Коллайдер, что ли? Или как-то, как розетка? Скорее всего, это коллайдер какой-то огромный. Ёк-макарёк, я реально в коллайдере. Чтоб меня усы щекотали. Че я могу сделать? I-T-L-I-A-I. Какие-то страны. Оп-оп-оп, смотри, смотри, смотри. Сейчас что-то начнется. 3, 2, 1, коллайдер соединяется и... Мне надо туда попасть. Я понял, я все понял. Значит, отключаем все это.
О, ты видел электрическую, какое там было? Так, все, я понял. Мне нужно успеть туда добежать. А чтобы это сделать, каска есть. Мне нужно разбить окно. Но это будет не так-то просто. Я понял. Мне нужно что-то мощное и потяжелее. Например, лазер какой-нибудь, чтобы расплавить это окно. Потому что окно обладает защитными свойствами. Просто так добежать я сюда могу, но я не успею физически. И вон там вот есть молот, я видел. Возможно, этот молот нам как-то поможет. Какое тут большое расстояние. А еще нам нужно статуэтку найти. О, я знаю, как сюда залезть. За молотом. Мы сейчас подкатим вот эту штуку. О, волшебно. Сейчас я тут по низу еще пробегусь, поищу статуэтку. Вот она, статуэтка. Айзи, так прыгнуть. Опа, получилось. И без коробочки. Ну все, теперь пошли брать молот. Сейчас у нас все получится. Оп, как зайчик. Видал, как быстренько. А тут что у нас такое? Не понял. Что это такое? Какая-то штука интересная. Тротиловая бомба, что ли? Что это такое? Хм, ой. Подожди, я что-то не вижу. Давай положим ее обратно. Нет, дверь все равно заблокировалась. Тогда надо ее бабахнуть. Нет, молот тоже не хочет бить по ней. А что, если я молотом попробую расфигачить тут? А, ну да, логично, логично. Значит, мы эту дверку теперь перепрыгиваем. Идем ломать вот это окно. Шикарно. И возьмем вон ту дискетку. Или не дискетку, я не знаю, что это такое. На печеньку какую-то похоже, на лего, может быть. Давай вот этот на стол кинем. Пускай лежит. Короче, чтобы допрыгнуть до коллайдера, нам нужна вот такая вот здоровенная штука. Побежали! Мне кажется, что я не успею. Не успею, не успею. Хотя, кто знает. О, блин! Ребята! Без меня, вы что? Слушай, может быть эту печеньку в коллайдер закинуть? Я же могу ее метнуть? Могу. Все, тогда сейчас попробуем закинуть. Заряжаем. Погнали. Сейчас будем кидать. Главное вовремя попасть. Я надеюсь, у меня получится. 5, 4, 3, 2, 1. Кидаем. Есть! Получится, нет, как думаешь? Ну-ка.